Несколько лет Рудольф Григорян продолжает делать из своих бойцов настоящих мужчин и чемпионов. Именно он основал совершенно новую технику – Будасан. Сегодня она известна всему миру, а ивановская сборная считается одной из лучших в стране. Слова с делом не расходятся. На днях воспитанники Григоряна боролись за первенство России по фудакан в Тамбове. Это традиционный стиль карате. Результат – 10 золотых медалей. Такой конкуренции, как сейчас, не было вообще никогда. То есть, так как это главный турнир года, съехались все, и отсутствие международных соревнований показало, что чемпионат России сейчас выиграть намного сложнее, чем раньше, потому что действительно много спортсменов приехало и очень сильно подготовились. Энбу, кумите и ката – это лишь несколько категорий, в которых сражались ивановские каратисты. Показать идеальную технику и особую силу духа. Главный принцип бойцов Будасан – никакого оружия, поэтому от нескольких дисциплин пришлось отказаться. По мнению тренера, это не отвечает канонам классического карате, но это не помешало стать чемпионами. Наши ребята показали прежде всего себя как настоящими мужчинами, прежде всего. Показали характер. В некоторых дисциплинах и категориях изначально мы были немножко слабее, но все равно мы работали, мы бились до последнего, с каждым соперником не отступали, боролись до самого конца. Все проявили стойкость, мужественность. Петр привез из Тамбова сразу 5 медалей – золото, серебро и 3 бронзы. Познавать технику боевых искусств начал с раннего возраста. Сейчас ему 16. За 10 лет успел показать себя на чемпионатах России, Европы и всего мира. В своих силах был уверен и не чувствовал страха перед сильным соперником. Надо за собой работать всегда, идеала добиться нельзя как такового. Его просто не существует, поэтому надо всегда работать над собой. Есть к чему стремиться, есть новая ката, новые техники, а в конкретной, в старой, так сказать, технике у меня тоже все хорошо, но работать есть над чем. Кроме Иванова, одними из лучших стали каратисты из Тамбова, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Никита уверен, весь секрет в тренировках. Не жалеть себя и каждый раз выкладываться по максимуму. Получить золото и заслужить первенство в этот раз было нелегко. Да, эти соревнования были тяжелыми, команды были хорошие. Приехали с разных регионов России. В принципе, они тоже неплохо показали, но мы оказались сильнее. Рудольф Григорян уверяет, изоляция от международных турниров ивановским каратистам пойдет на пользу. Спортивная злость не оставит даже шанса противнику, когда ребята снова выйдут на мировую арену. Денис Воробьев, Максим Шишкин, телекомпания «Барс».